По меньшей мере 1000 человек осталось без крова после масштабного пожара в трущобах Сан-Паулу. Чтобы погасить пламя, понадобилось 27 пожарных машин и 3 часа непрерывной борьбы с огнем. Как заявили власти города, полностью выжженными оказались самодельные дома из дерева и картона на площади в 2000 квадратных метров. Местные жители также пытались погасить пожар из шлангов и ведер. Они говорят, что пожарные приехали слишком поздно. Мы позвонили пожарным, но они так и не приехали. Мы звонили им 6 раз, но они все еще не приезжали. Однако пожарные сказали, что они задержались, поскольку район с трущобами слишком большой. Пожарная служба приехала очень быстро, просто территория сообщества слишком большая. Большинство жителей трущоб потеряли в пожаре все свое имущество. Многие лишились всего – документов, денег, сгорело абсолютно все. Я все потеряла. Я потеряла молоко для своих детей. Я все потеряла. Около 300 семей временно переехали в квартиры государственного жилого фонда. Однако большинство пострадавших отказалось от помощи правительства. Мэр города лично посетил место пожара и пообещал выделить средства на временное убежище для людей. Причины возгорания расследуются.